Ты мастерски сработал. Похоже, план инквизитора Мендосы сработал. Но боюсь, что в стремлении спасти нас, он мог погубить нас всех. И что теперь делать? Нужно оттеснить саурианцев и отбить монастырь. После этого мы сможем спланировать наш следующий шаг. А что с теми, кто выжил? Найди их и передай, чтобы пробирались сюда. Чтобы выжить, нужно собраться с силами. Что мне им сказать? Мы должны охранять священный огонь. Скажи им, чтобы собирались в зале пламени. А что до тех, кто не выжил? Ничего не оставляй этим тварям. Забирай с тел все, что не пригодится покойнику, может помочь тем, кто еще жив. Ступай же. Я буду охранять священный огонь, пока ты не вернешься с остальными. Это не мертвец, это была заслуженная смерть. Сейчас не... Хорошо. На нас напали! Враги! Враги! Объясни мне, что здесь происходит. На нас напали саурианцы. Ящероподобные создания. Они взяли штурмом главные ворота, вломились в монастырь и обыскивают здание. Если мы хотим отбить монастырь, нужно выловить их всех и перебить. Мы так и сделаем. А всем магам пока что надлежит собраться в священном зале. Немедленно туда отправляюсь. Удачи тебе. Увы, они все мертвы. Никаких признаков жизни. Чего ты на меня так уставился? Что происходит? Откуда пришли эти люди-ящеры? Они захватили большую часть монастыря. Тебе надо спешить на помощь в священный зал. Да-да, но они заперлись в моей лаборатории. Они уничтожат все, над чем я работал. Чем бы они ни были, я не могу позволить им трогать там все. Сейчас тебе нужно идти в священный зал. Да-да, но тебе нужно идти в библиотеку и пробраться в мою лабораторию. Нам стоит позаботиться о более важных вещах. Это место, где царит знание. Зачем мы нужны, если знание будет утеряно? Ступай туда, спаси мои рисунки и припасы. Ты говорил, что дверь заперта. Так и есть. Тебе придется воспользоваться другим путем, чтобы пробраться туда. И каким же? Есть тайный проход из маленькой библиотеки. А теперь ступай, ступай! Спаси наше знание!
Убери эту штуку! Так-то лучше. Чем ты здесь занимаешься, Каспар? Я... Ну, ты понимаешь, я храню кое-какие вещи. Ты скрываешься? Я думал, ты слеплен из крепкого теста. Я слеплен из теста, которое хочет остаться в живых. Я использую возможность, чтобы, ну, припрятать кое-какие припасы. Тут валяется полно всяких вещей. Будет ужасно, если все это попадет в чешуйчатые лапы. Если тебе что-нибудь нужно, ты только скажи. Давай же, сделай что-нибудь полезное. Сейчас каждый человек на счету. Ладно, ладно. Я пойду и присоединюсь к Уильяму во дворе. Но я не боец. Нам нужен каждый. Будь осторожен. Я не хочу, чтобы тебя съели ящеры. Убери эту штуку! Просто убирайся отсюда. Эй! Ты жив? Ты знаешь, что происходит? Мы потеряли, по крайней мере, половину рекрутов. Ты можешь сказать, что конкретно здесь творится? Надо охранять ворота. Уверен, ребята внизу не откажутся от помощи. Но эти твари, ящерицы, повсюду. Я останусь здесь и буду защищать эту часть. Кто знает, сколько еще ящериц там ползает. Мастер Игнатий хочет, чтобы все собрались в Зале Пламени. Я отправляюсь прямо туда. Но есть еще кое-что. Саурянец более мощный, чем все остальные. Маг? Кем бы он ни был, выглядит он несокрушимым. Он управляет всеми остальными с кладбища. Как приятно, что кто-то выжил. Ты в порядке? За меня не беспокойся. Я вернусь к работе. Нужно охранять кузницу от этих мерзких ящериц. Ты полагаешь, что нас учили для этого? Учение. Если бы нас готовили лучше, рекрутов гибло бы гораздо меньше. Я помогу тебе! Не смей творить свою мерзкую магию у меня под носом. Ну вот, на одного меньше. Да, отлично. Именем священного огня. Плохая идея. Надеюсь, что Инквизитор сможет нам помочь.
Я знал, что тут не только карлы водятся, тут еще ящеры. А я-то уж решил, что хуже быть не может. Похоже, кое-кому нужна помощь. Кое-кто будет расстроен. Что? Что происходит? Ты это нарочно? Не слишком несправедливо. Вот как это и делается. Работает. Не работает. Ох!
Текст имеет отношение к магии. Ты не похож на ящерицу. Нет, не похож. Что ты делаешь здесь? Прячусь. Я не воин. Они выбрались из библиотеки прямиком в лабораторию. Я сумел только закрыть дверь. Ты закрыл дверь? Да. Мне надо было помешать этим существам попасть во внутренний двор. Абрак сказал, что дверь закрыли ящерицы. Неудивительно. Он никогда не замечает того, что я делаю. Я мог бы танцевать вокруг Абракса нагишом, размахивая горящими ветками. И все равно бы он меня не заметил. Я не знаю, что еще я могу сделать, чтобы заставить его обратить на меня внимание. Я слышал, что Абракс потерял какие-то записи. Возможно, тебе следовало бы найти их. С чего мне начать? Я нашел его записи. Вот здесь. Ты что, шутишь? Если я принесу их Абраксу, уверен, он позволит мне снова пройти испытание. Погоди, что ты за них хочешь? $200 золотых монет должно хватить. С удовольствием. Эти записи помогут мне распрощаться с послушничеством. Вот, бери. Я нашел всех магов. И что? Они уже идут? Мастер Палас погиб. Это печально. Если бы он был с нами, наши шансы выросли бы. Прости, меня что-то отвлекло. Саурианский воин мертв. Мы собираемся вернуть монастырь ордену. Незваные гости покинули твою лабораторию. Это хорошая новость. Я могу снова приступить к моим экспериментам. Твои записи у Сириуса. Сириус? Послушник, на поиски которого ты меня отправил? О, Сириус, работящий парнишка. Думаю, что он скоро будет готов к своему испытанию. Да, но сейчас нам стоит позаботиться о более важных вещах. Мастер. Ты должен идти в чертог храма. Это приказ мастера Игнатия? Да. Мастера собираются, чтобы защитить священный огонь. Отлично. Монастырь чист. Неплохо для начала. Инквизитор Мендоса прибыл сюда, чтобы положить конец нашим бедам. Но, похоже, он лишь увеличил их число.
Однако, если мы хотим разгадать, что же таится за этими бурями, и спасти остальных, сначала надо защитить этот остров. Почему мастер Палос так важен для вас? Без его знания этот ледяной кристалл для нас, считай, бесполезен. Придется обойтись тем, что мы имеем. Я нашел записки мастера Палоса. Это дает нам шанс. Вероятно, я смогу раскрыть тайну ледяного кристалла. И как мы можем спасти остров? Я неверно выразился. Наша задача — оберегать огонь и надеяться, что остров может быть спасен. Ты должен позаботиться об инквизиторе Мендосе. Позаботиться? Намерения у Мендосы самые благородные. Помоги ему завершить то, что он начал. Если ты сочтешь этот путь правильным. Но нельзя слепо следовать за ним. Здравый смысл поможет тебе принять верное решение. Зачем ты здесь? Охраняем проход. Следим, чтобы к нам никто не подобрался. Не могу поверить. Как ты тут оказался? Я открыл ворота. А ты? Меня поймали саурианцы. У меня такое ощущение, будто я сижу тут уже целую вечность. Другие выходы отсюда есть? Тут полно тропинок. Некоторые ведут наружу, зато остальные наверняка прямо к саурианцам. Йоргенсен знает некоторые тропинки. Как мне пройти в глубину храма? Тебе нужно перейти через подъемный мост. Тот, что перекрывает большой коридор. Только... Только что? Ну, его никогда не открывали. По крайней мере, мне об этом неизвестно. Там не ходят даже саурианцы. Но там должен быть проход. Должен быть. Есть несколько карт этого места. Достань одну, и я покажу тебе. Где мне достать карту? Тут недавно пробегала мимо саурианская охотничья стая. Думаю, у них есть карта. Куда они направились? Если это охотничья стая, то они направились наружу. Иди вниз на болото и спроси Йоргенсена. Он их наверняка видел. Кто такой Йоргенсен? Кое-кто, кого тебе лучше не слушать. Понимаешь, во всем виноваты грибы, которые он ест. Я не доверяю грибам. Съешь неправильный гриб, и тебя вывернет наизнанку. Или ты пойдешь танцевать с феями. Долго на такой диете он не протянет. А где мне найти Йоргенсена? Внизу, на болотах. Иди по тропе там, где растут все большие грибы. И смотри, не ешь их, или кончишь так же, как Йоргенсен. Что ты делаешь? Это единственный язык, который понимает людей. Еще один из проблем.
Эй, эй! Ты настоящий? Что, ящерицы тебя сцапали? Хочешь грибов? Нет, спасибо. Ты еще передумаешь. Поживи тут несколько лет, тебе и эти грибы слаще меда покажутся. Слаще меда. Я ищу отряд ящериц. Боевой отряд, да? Я знаю, куда они направились. И? Зачем мне это тебе рассказывать? Ты не любишь мои грибы, значит, не любишь и меня. Откуда я знаю, что ты не ящерица? Ящерицы ведь не любят грибы, а я не люблю ящериц. Это ведь значит, что я на стороне грибов. Ну да, ну да. Поднимайся по крутой каменистой тропе, потом пройди через большую пещеру. Там будет долина, туда они и направились. Ищут еще людей, чтобы заставить работать. Останови их. Спаси людей. Спаси грибы! Считай, что уже сделано. С тобой все в порядке? Брэнд думает, что я спятил. Я думаю, что спятил Брэнд. Знаешь загадку про козлов, один из которых всегда врет, а второй всегда говорит правду? Один говорит, что врет, и второй говорит, что врет, или как-то так. А что, если они оба ненормальные? Кто тогда врет? Какой вкусный грибочек. У тебя тут много козлоногих? Тут же пруд-пруди ящериц, а ты про козлов спрашиваешь. Может, ты тоже спятил? Как ты здесь оказался? Ящерицы меня полумертвого сюда бросили и оставили умирать. Только вот грибы они не учли. Они мне жизнь спасли и принесли удачу. Никогда нельзя недооценивать грибы. Они везде. Они жизнь в смерти. Вот если б я только был грибом. Ты хотел бы быть грибом? А чем бы ты хотел быть? Ящерицей, деревом. Когда все они умирают, грибы их едят.
хорошо, когда кожа не покрыта чешуей. Ты можешь снова освободить меня? Почему ты снова угодил в ловушку? Я сражался с людьми-ящерами, но их было много, а я один. Недолго же ты пробыл на свободе. Меня схватили, но многие из них теперь мертвы. Каким образом тебя снова схватили? Я могу отбивать дубины и стрелы, но саурианцы используют магию. Выпусти меня. Я жажду мести. Ты свободен? Я обязан тебе жизнью. Позволь мне сражаться во имя чести. Позволь мне сражаться на твоей стороне. Я преследую стаю людей-ящеров. Преследуешь? Они нужны тебе живыми. Мертвыми они куда лучше. Учитывая, сколько здесь саурианцев, ты бы мне пригодился. Тогда давай сражаться вместе. Веди, и я пойду за тобой. Идем со мной? Да. Сработал. Продолжайте бой.
Что ты здесь делаешь? Ты ведь собирался отправиться вглубь вулкана вместе с Инквизитором. Что ты там нашел? Я преследую отряд саурианцев. Они пошли к охотничьей избушке. Если поторопишься, еще нагонишь их. Нашел то, что искал. Да. Теперь мне нужно пробраться внутрь вулкана. Будь осторожен. Там много саурианцев и плохих людей. Не волнуйся. Эти люди на моей стороне. Бейся славно, друг мой. Ты тоже. Защити свою честь. Долг выплачен. Дальше ступай один. Закончи то, что было начато давным-давно. Ты видел этих людей-ящеров? Откуда они взялись? Из руин. С этими нам повезло. Если бы не Руфа, мне тоже пришел бы конец. Ящеры просто вваливаются сюда и думают, что могут меня убить. Скорее поработить. Поработить? Никто со мной этого не сделает. Киргеры, ящеры, куда ни плюнь, везде одно и то же. Выглядит неплохо. Я проверяю, как дела у стражников. Здесь у вас что? Люди-ящеры держатся от нас в стороне, но далеко не уходят. А если они нападут, кроме пары рекрутов, помощи тут никакой. Так в чем главная проблема? Думаете, ящеры ищут способ проникнуть в город?
Если они туда проберутся через тоннель контрабандистов или еще как-нибудь, это будет проблема. Я посмотрю, как их можно остановить. Да, будь так любезен, и разберись с аурианцами, которые ошиваются у стены. У меня приказ лично от инквизит. Ты дал? Да. В этом случае. Теперь город в безопасности. Я убил саурианцев, которые пытались сюда проникнуть. Отличные новости. Что ты будешь делать? Буду дальше ворота караулить. Если ящерицы снова придут, я их не пропущу. Похоже, у тебя все под контролем. Почти. Есть еще их главарь. Он меня серьезно беспокоит. Можешь его найти? Избавиться от него? Как дела? Люди-ящеры вылезают из своих нор. Нужно защитить город. Ступай и проверь ворота. Магнусу и Лита должно быть нужна помощь. Смотрите-ка, новые люди в монастыре, а? Что в этом смешного? Просто интересно, добровольное ли это было решение? Ты всегда такой шумный? Я проверяю, как дела у стражников. Тут все хорошо? Просто замечательно. Раньше приходилось только о фермерах беспокоиться. А теперь тут кругом носятся огромные люди-ящеры с большими и исключительно острыми мечами. Это общая забота. Где-то в округе рыскает ящер побольше. Главарь, наверное. Если его убить, все станет намного проще. Попробую чем-нибудь помочь. А где мне найти этого ящера? Да где-то рядом должен быть. Поищи в скалах. Прекрати! Город в безопасности. Мне удалось прогнать саурианцев. Хорошая работа. Народ перед тобой в долгу. Этот ящер, главарь, больше никому не угрожает. Теперь они перестанут пытаться пролезть в город. Этот главарь тебя больше не побеспокоит. Это приятные новости. Вот тебе награда. Мы же друзья, правда?